Доброе утро, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. So let's continue with our phrases. И следующая фраза. Today we are going to talk about asking for help, asking people if they need help и так далее. Итак, следующая фраза у нас вопрос. Что с вами? Что с вами? С вами? Что с вами? If you understand this question, write it in comments. Что с вами? Write the translation in comments. Что с вами? Что с вами? Что это значит? Пишите в комментариях. Что с вами? Угу. Что с вами? Что с вами means what's up with you. In English, we would ask, are you okay? Literally, it means what's wrong with you. Что с вами? But basically, it means are you okay? Что с вами? Что с вами? Хорошо. Или еще один вопрос. Вам плохо? Вам плохо? Плохо. Вам плохо? Вам плохо? Are you sick? Do you feel sick? Вам плохо? Yeah. Are you sick? Mm-hmm. Are you okay? Вам плохо? Что произошло? Что произошло? Что произошло? Что произошло? What happened? Правильно. What happened? Что произошло? What happened? Что произошло? What happened? Что произошло? Or you can ask, что случилось? Что случилось? Случилось. Что случилось? Что случилось? И вопросительный знак. And the question mark. Что случилось? Что случилось? Same question. What happened? So, что произошло? Or что случилось? They are synonyms. Да? Можете использовать то, которое вам больше нравится. The one you like more. You can use the one you like more. Что произошло? Что случилось? Хорошо. Another question. На вас напали? На вас напали? Напали? На вас напали? Что это значит? Пишите в чате. На вас напали? На вас напали? Were you attacked? Правильно. На вас напали? Were you attacked? Я могу вам помочь? Я могу вам помочь? Помочь. Я могу вам помочь? Я могу вам помочь? Yes. How can I help you? Or can I help you? Я могу вам помочь? Literally, can I help you? Я могу вам помочь? Мне позвонить в полицию? Мне позвонить? Позвонить в полицию? В полицию. Мне позвонить в полицию? Мне позвонить в полицию? Мне позвонить в полицию? Here we have the, which is cursive, and where is cursive as well. The and where. Мне позвонить в полицию? Should I call the police? Да.
Мне позвонить в полицию? Should I call the police? Угу. Хорошо. Следующий вопрос. Вы не ушиблись? Вы не ушиблись? Ушиблись? Вы не ушиблись? Вы не ушиблись? Что это значит? Как вы думаете? Вы не ушиблись? Вы не ушиблись? No, not mistaken. Has nothing to do with the mistake. So, вы не ушиблись means are you hurt? Is it something, I don't know, with your hand, with your knee, where you hurt? For example, you fell down. If someone fell down, you can ask, вы не ушиблись? Are you hurt somewhere? Injured. Да, молодец, Лили, правильно. Хорошо. Дальше. Следующая фраза. У вас что-то болит? 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 Literally it means, is something in pain? So do you have pain somewhere in your hand, in your leg, in your stomach? У вас что-то болит? Something hurts. Да? Does it hurt somewhere? Молодец, Райан, правильно. У вас что-то болит? Вызвать вам скорую? Вызвать вам скорую? Скорую. Вызвать вам скорую? Что это значит? Вызвать вам скорую? Should I call an ambulance? Правильно. Скорая is short. Also, we say скорая помощь. Literally, it means fast help. Скорая помощь. Ambulance means quickly, fast help. Скорая помощь. But very often you will hear it only the first word. Скорая. Fast. Quickly. And it means an ambulance. Вызвать вам скорую. Should I call an ambulance? Правильно. Да, мне нужна ваша помощь. Да, мне нужна помощь. Да, мне нужна помощь. Да, мне нужна помощь. Да, мне нужна... Yes, I need help. Правильно. Меня ограбили. Меня ограбили. Ограбили. Меня ограбили. Меня ограбили. I was... mugged, robbed, да? Меня ограбили. Меня ограбили. Or, у меня украли сумку. У меня украли сумку. Украли сумку. У меня украли сумку. My bag was stolen. Правильно, молодцы. У меня украли сумку. У меня украли сумку. Хорошо. На меня напали.
на меня напали, напали, на меня напали. I was attacked. Правильно. Меня ударили. Меня ударили. Ударили. Меня ударили. Меня ударили. Меня ударили. I was hit. Правильно. Меня ударили. Я упал. Я упал. Упал. If you're a man, if you're a woman, я упала. At a. Я упал. Я упала. I fell down. Правильно. I fell down. Я потерял сознание. Я потерял, терял, потерял, я потерял, masculine, feminine, потеряла, я потерял, or потеряла сознание, 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 я потерял сознание, or я потеряла сознание, I lost consciousness, правильно, consciousness. Да. I became unconscious. Правильно. Да. Я потерял сознание. I lost my consciousness. Да. I lost my consciousness. Я потерял сознание. Literally, this is what it means. У меня вырвали сумку из рук. У меня вырвали сумку из рук. У меня вырвали сумку из рук. Из рук. У меня вырвали сумку из рук. У меня вырвали сумку из рук. My bag was grabbed from my hands. Правильно. I had my bag snatched from my hands. Правильно, молодцы. У меня вырвали сумку из рук. Хорошо. В сумке был телефон, кошелек и паспорт. 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 I have a phone, wallet and passport in my bag. Правильно. I had phone, wallet and a passport in my bag. В сумке был телефон, кошелек и паспорт. Да. Я очень сильно испугался. Окей. Я очень сильно испугался. So, я очень сильно испугался. Испугался. This is G, да, курсив. Я очень сильно испугался. Masculine, if you're a man. If you're a woman, испугалась. 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 Испугался. Masculine. Испугалась. Feminine. Я очень сильно испугался. Я очень сильно испугалась.
Я очень сильно испугался. Я очень сильно испугалась. I was very strongly frightened. Да. Basically, it means I was very scared. Да, I was frightened very much. Я очень сильно испугался. Or испугалась, feminine. Угу. Вызовите полицию. Вызовите полицию. Полицию. Вызовите полицию. Вызовите полицию. Вызовите полицию. Что это значит? Правильно. Call the police. Угу. Call the police. Вызовите полицию. And you are asking in plural or in a formal way. Вызовите, because we have te here. If it's informal, say just вызови. Хорошо. Идем дальше. Я уже вызвал полицию. 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 I already called the police. Правильно. Я уже вызвал полицию. Я уже вызвал полицию. Полиция скоро будет. Полиция скоро будет. Полиция. Полиция. Скоро. Скоро. Будет. Будет. Полиция скоро будет. Полиция скоро будет. Полиция скоро будет. So the police will come soon. Правильно. Полиция скоро будет. Не волнуйтесь, пожалуйста. Давайте напишем. Не. So the police will be here soon, да? Не волнуйтесь. Волнуйтесь. Не волнуйтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Не волнуйтесь, пожалуйста. This is the cursive. Не волнуйтесь, пожалуйста. Don't worry, please. Да, please don't worry. Не волнуйтесь, пожалуйста. Хотите воды? Хотите? Хотите воды? Хотите воды? Хотите воды? Хотите воды? Do you want some water? Правильно. Хотите воды? Да, я очень хочу пить. Да, я очень хочу пить. Хочу пить. Да, я очень хочу пить. Yes, I'm very thirsty. Правильно. Да, я очень хочу пить. Угу. Так. Я могу воспользоваться вашим телефоном. Давайте спросим. Я могу воспользоваться. Я могу воспользоваться вашим телефоном. Я могу воспользоваться вашим телефоном. Вашим
телефоном. 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 Я могу воспользоваться вашим телефоном? Я могу воспользоваться вашим телефоном? Can I use your phone? Правильно. Я могу воспользоваться вашим телефоном? Я могу воспользоваться вашим телефоном? Окей. Кому из ваших близких я могу позвонить? Кому из ваших близких? Кому из ваших близких? Ой. Кому из ваших близких, sorry, кому из ваших близких я могу позвонить? Я могу позвонить. Позвонить. Кому из ваших близких я могу позвонить? Кому из ваших близких я могу позвонить? Кому из ваших близких я могу позвонить? Who is your close person? What is your... Which family member would you like me to phone? Кому из ваших близких? So, близкие are relatives or maybe close friends, boyfriend, a girlfriend. Кому из ваших близких я могу позвонить? Who can I call from your close circle of people? Близких я могу позвонить. Кому из ваших близких я могу позвонить? За вами смогут приехать. За вами смогут приехать. За вами смогут приехать. За вами смогут приехать. Да, emergency contact, правильно. So, за вами смогут приехать. Что это значит? Can they come for you? Can someone come for you? Can someone pick you up? За вами смогут приехать. Okay, and the last one is я не знаю, что мне делать. Я не знаю, что мне делать. Что мне делать? Делать. Я не знаю, что мне делать. I don't know what to do. Правильно. That's all for this lesson. Don't forget to like, subscribe. Увидимся с вами вечером. See you in the evening for our next life lesson. Спасибо большое. Целую вас. Чмоки-чмоки. Муа.